Это углубленная линия, Риточка, да, говорит о том, что... Минуточку. Да. Ага, хомяк, привет. О, так, Кузнецов. Ай, молодца. Ну, это производственная травма, извини меня. Хорошо, я тебе выпишу премию. Все, еще раз скажи мне фамилию. Кузнецов. Все, давай, пока. Петр Кузнецов. Ого. Лихо. Так о чем говорит эта углубленная линия? Да она кричит, что нужно поднимать дело по ограблению торгового центра «Восход». Извините, Риточка, отвлекся. Мысли вслух. О чем она нам говорит? Она говорит о том, что Риточка... такой замечательный вечер. Нужно продолжить в другом месте. Где? Так, где? Где? А, вот здесь. Вот здесь. У меня дома. Что, на моей ладони так и написано? Абсолютно. Вот не верите? Вот посмотрите. Вот здесь написано.